И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на официальных серверах. Господи, думал, как же это правильно сказать. Блин, на официальных серверах. В общем, что же произошло? А произошло много чего, если честно. Ну, во-первых... Помните, да, плот? Плот стоит, все хорошо, все просто замечательно. Я притомил, как видите, трех додов, две самки одного самца, чтобы у меня были яйца додо. Яиц, как видите, дофига, даже пигмастакси есть одно яйцо, и якобы все хорошо, кстати. Ладно, не об этом сейчас. Собираю яйца, собираю говнецо, как говорится, сюда скидываю и делаю удобренница. Как видите, построил две средних грядки и поставил их. Здесь они у меня плодоносят наркобериками. И довольно-таки неплохо плодоносят. Я просто в офиге от того, насколько это все здорово. Поставил сюда маленькую грядочку, и, как вы видите, тоже начало прорастание и так далее. Вот, потихонечку говнецо собираем, и все хорошо. Вот, хорошо. Но, если честно, есть идея сделать им такое... подмосток, то есть чтобы они наверху были и чтобы они там плодоносили именно из дерева, так как это, по моему мнению, все-таки будет лучше. Так, сейчас тут вот скинем сюда, ну, чтобы было. Вот что же дальше. Собственно, наркобарики я собирал. Ну, сколько они у меня росли здесь, я не помню, сколько точно. Наверное, часов 10. Нет, 10 часов, наверное, 8. Так, плюс-минус. И у меня здесь в каждой почти по 300 было. То есть это просто ад какой-то был. И я, конечно же, сделал себе все, переделал в наркотики. Вот, 97 наркотика я за раз делал. Вот, и как видите, наркотик у меня теперь дофигища. И это просто здорово. Вы не представляете как. Для чего я додох притомил? Я думаю такой, блин, притомлю додох, короче, яйца будут, все здорово. Сделаю я себе корм для птера. Думал я. Сделаю себе корм для птера. В общем, я этот корм, конечно же, до сих пор еще делаю, потому что морковь... Единственное, что... Кстати, да, в ступке у меня хранятся все семена. Единственное, какие из культурных растений я добыл семена, это лимон. Все, я не могу добыть. Я только... Кстати, да, вот ягоду, все, что вы видите, да, это я все вручную собирал. Ее, кстати, было в два раза больше каждого, по два слота, по четыре слота они занимали. Это просто ад какой-то, это просто невозможно. Я задолбался собирать, я, наверное, около часа реального времени потратил, собирая траву только. И при этом у меня ничего не собралось, это полный кобздец. Не вылазит это сраные семена моркови. А чтобы сделать корму, нужна именно морковка. Вот такие вот дела. К сожалению, ничего не получается. Ну, я как бы сильно не отчаялся. Все хорошо. Кстати, да, вы, может, не заметили, а может, задумались. Как же они все-таки орошаются? Сначала я заливал сюда бурдюками. Потом так подумал. Слишком сложно. Слишком сложно. Надо все это облегчить. Потому что как бы вышел с сервера и все... Думаю о том, что они все это... Вода закончится. Прыгаем под воду. Ну, вы поняли, да? У меня просто тупо на дно поставлен кран. И... Точнее, это водозаборник или водоразборник, как он там. И здесь у меня стоит крантик. Потом я просто взял, подплыл, и вот здесь у меня под фундаментом стоит кран и льет себе спокойно воду. Все гениально и просто, как оказалось. Я думал, как же придумать? Да, конечно, двигаться я не могу с этого места, но вы не поверите, вторые сутки у меня стоит
этот плот на этом самом месте. Вторые сутки он не сдвигается с этого места. Вторые сутки его никто не бомбанул. На сервере порой даже 30 человек заходило. То есть вчера вечером, например, я захожу, смотрю, 38, думаю, ну все, кранты моему домику. Опаньки, а нет, нифига, стоит себе спокойно. Сегодня с утра захожу, 20 человек, думаю, ну все, кранты зарейдили. Нет, захожу, вот нормально, думаю, вот оно повезло-то как. А, я не просто так все это дело собирал. Так, давайте-ка вот это вот говнецо скину сюда. Потому что на прорастание я здесь немножко поизучал, что да, когда, где. И на прорастание нужно куда намного больше говнеца. А, так, не, давайте лучше не так вот, а вот так вот. Я не просто так выбрал это помещение, именно это место. Во-первых, как видите, рядом есть острова. Я на этот остров просто вручную плаваю и собираю там мясо и так далее. От основной земли очень далеко, то есть просто так заблудившийся человек сюда не придет. Просто так лететь на птере сюда вряд ли кто будет, или на летуне, дабы проверить, есть здесь нет чё, так как домик всего лишь 3 на 3 и ничего более, то есть ценного здесь может быть и не быть. Мимо пролетающие люди могут и просто, так сказать, пролетел и посмотрел, ну, блин, уже какой день стоит и ничего не трогается с места, поэтому, как бы, наверное, смысла нет туда идти. Вот, в общем, это место выбрано неспроста. Я, конечно, рисковал первый день. Второй день я уже так со спокойной душой выхожу. Ну, конечно, да, когда было 30-20 человек, было очково заходить, потому что я думал, ну все, кранты. Сегодня после работы пришел, захожу, о, да, у меня все целое, все просто здорово. А, вот, конечно, самая основная моя заслуга, это, конечно же, я додумался поставить грядки и надумался добыть додошек, то есть притомить додошек, и все хорошо. Теперь у меня с наркобериками проблем вообще нету, можно так сказать. То есть если что, они мне плодоносят куда намного больше, нежели я бы собирал. Вот, ну и при этом я могу, конечно же, бежать и собирать и еще добыть, но, конечно, сейчас мне в этом нет смысла. Вот, такие вот дела. В целом, это заготовки под морковку. Если я добуду морковку, то будет все хорошо. Кстати, я тут посидел, подумал и понял. Вспомнил, как я хотел снимать, и посмотрел, как я сейчас снимаю. Я хотел снимать как? Полностью снимая все свое выживание и так далее. И я думаю, будет весело. Что же получается у меня сейчас? Я пытаюсь снять что-то веселое, а получается полное говно, а все, что за кадром, то есть мое выживание, оно много, если честно, было веселого, и это оказалось за кадром. Очень много было веселого, и я это просто-напросто не снял. Спасибо, кстати, Сергею. Он так на Ютубе подписан, Сергей. За подсказку на, то есть он мне скинул ссылку на ВКонтакте на то, как построить плот. Очень-очень полезный был видос, в том плане, что я понял, что мне нужно делать, чтобы сделать то или иное действие, а именно построить себе плот. Вот этот плот, я думаю, я его также оставлю в таком, возможно, даже в таком положении, он же здесь так и останется, возможно. Просто будет, так сказать, эдакий домик на воде. Да, сейчас скажу, камни собираю, поэтому не заморачивайтесь. Вот, чтобы, так сказать, не стоять на месте и рассказать. Ну, рассказать свои планы, да, по факту это и есть. В общем, такие вот дела. В общем, что я хочу сейчас сделать? Во-первых, построить новый плот. И сделаю я, наверное, его сначала как заготовку из камня. Потом, кстати, да, я потом еще после этого видоса решил посмотреть другие видео о том, как создавать и так далее, и было все вполне очень даже неплохо, я вам так скажу. Много чего научился и много что познал. Суть в чем? Этот дом
Я оставлю, ну, по факту это дом, я оставлю его таким, как он есть. Пускай он здесь стоит, и все хорошо. Кроватки есть, и на том все здорово. Вот, что я хочу сделать дальше? Хочу взять и построить новый дом, по факту. Построить новый плот. Буду я его делать из камня. То есть это будет маленькая заготовка из камня. Почему из камня? Все из-за того, что я хочу из металла делать моторную лодку. Для моторной лодки мне нужен, как видите, и черный жемчуг, и следы металла, полимер и так далее. Также моторная лодка, она ездит вперед-назад. То есть помимо плота назад не может ездить, но ездить моторная лодка может ездить. Ездит быстрее, работает на бензине. По факту вся проблема не в металле, даже не в полимере, не в обсидиане, а в черном жемчуге. За ним нужно будет плавать на дно. Посмотрим, посмотрим. Если получится, я буду делать моторную лодку. У меня здесь два черного жемчуга, конечно, есть, но это такое себе. Вот, а возможно, я буду делать из, то есть на такой платформе, на обычном деревянном плоту и так далее. Сейчас пока что я еще в раздумьях, что-то когда где, потом посмотрим. Сейчас, на данный момент, что мне нужно, это добыть ресурсы в очень большом количестве. Кстати, если кто не знает, мясо можно вот так вот, то есть тухляшечку заработать можно вот так. Берем стак мяса и разделяем его по единичке. Тухнет-то быстро и эффективно. Вот такие вот дела. Ладно. Так, ой, это не сюда, куда я пошел скидывать. Вот, в общем, сейчас моя задача это нарубить побольше ресурсов и начать строительство плота. Все легко и просто. Прибежал на берег и увидел такую картину. Бегает дилофазавр. Думаю, дилофазавр. Яйцо дилофазавра требуется для корма, для анкилки. И тут я подумал, если на самка надо томить. Смотрю, на самка надо томить, короче. Так, что мне для этого нужно? Лук, стрелы, все банально. Можно болос, если есть. А болоса нет. Да. А вот здесь он. Болос. Так, итогом и мясо. Ну ладно. Мясо там добудем. Хотя... Шпынькс. Упс. Что-то пошло не так. Шпынькс. Блин, короче, ну тебя в баню. Вот так вот там. Ну, остальное там уже добудем. Эй, стрелы! Дилка уже где-то под платом должна плавать. Если бы не скопытилась. Они, кстати, бывают, скопычиваются. Плывут, плывут за мной, плывут, под плот заплывают и... Каюк. Ну, вроде как живая. Должна где-то там на берегу бегать. Вот. Во-первых, Дилка это какая-никакая защита. Да, типа защита. Вот. Ну, а во-вторых, это все-таки, как я уже сказал, чпыньк. Оп. Оп. Да что такое? Да сколько уж тебя надо всадить-то? Отличненько. Так. Здоровечка есть, так что все замечательно. Так. Давай сразу же тебя немножечко откормим. Один мясо оставим. Просто такая дилемма. Если оставить мало здоровья, то есть, ну, не отхилять, то будет это забрасываться сильнее и быстрее. Как там его? Короче, уровень будет меньше в итоге. Такие вот дела. О, вот он ты где. Я думаю, где ж ты лазишь?
Блин, у меня, конечно, не кирка. Но 6 мяса тоже хорошо. Да уж, я не знаю, что да как-то где, но что-то пошло явно не так. Эффективность 60%, и эффективность очень быстро спадает. Не знаю из-за чего, ты как-то пофиг уже. Главное, чтобы притомилась, на том будет хорошо. А еще я читал в Вики то, что наркобарик сбрасывает 5 голода. Одна штучка наркобарика. Но так и есть, оказывается. Если вскормить, то еда, по крайней мере, намного быстрее уменьшается. Это здорово. Не знал. Пригодилось. Полезно все-таки порой читать информацию об игре. А может это просто совпадение, то что голод спадает быстрее. А возможно это уже убрали. Просто на Дилке непонятно, у Дилки голод быстро спадает. Это на других смотреть, у кого голод долго спадает. Да уж. Непонятно чутка, непонятно. О, круто! Семена картофеля достал. Ё-моё, не сожрали бы их случайно. А то я помню, я уже на каком-то сервере лутал и морковь, и картофель, ну, либо зарыдили, либо сожрал. Ну, собственно, Дилофазавр ждет в ожидании имени. Конечно, Дилка останется Дилкой. Вот, как видите, немножко эффективность... Что-то пошло не так, так вот назовем это так. Ну вот, поэтому как бы, ну, в целом все нормально. Сейчас немножечко решил камешка полутать. Думаю, раз уж все нормально, значит, можно и камешка полутать. Для чего она мне нужна? Тупо для того, чтобы яйца были. Ничего более. Ну и, конечно, как защитная единица тоже пригодится. Поэтому буду качать ей урон. Вот такие вот дела. Так что погнали. Ну-ка, интересно, сможешь что делать? Медленная. Дилка, ты медленная. Поднять бы тебя. Настройки сбора. Действия. Ага. Поведение. Ясненько. Ну, в целом, все пока что неплохо. Да. Проблема. В дверь не проходит. Проблема. Ну-ка. Дверной проем должна проходить. По идее. Проблема. Блин. Ну ладно. Придется новый делать. И проем. Ой, солома маловато. А, и дверь. Ну а что поделать? Дилку надо в дом заводить. Куда же теперь деваться, раз уж притомил? Так. Разрушаем. Свистаем. Заводим. Давай, 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 давай. Заходи. Стоит. Отличненько. Кстати, звуки изменили. Слышали сейчас, как камешек поставился? И дверька как поставилась. Но звуки реально изменили. Так, ставим тебе на нейтралку. А, поведение следов. Включить режим турели? А чё, такой режим был реально всегда? Режим турели был все... Да ладно. Вот это здорово. Вот это здорово, не зря зашел. Да, здоровски, здоровски. Ладненько, посмотрим, что будем делать дальше. Я думал, мне показалось. Просто было время дождя. Но добыча камня тоже изменилась. Они конкретно звуки изменили. Не скажу, что нормальные, потому что я привык к старым, но звуки вполне неплохие. И мне даже нравится. Быстро привыкну к ним. Ну-ка, по дереву.
А по дереву то же самое осталось. Хе-хе-хе, пока мне сменили. Бегал, бегал, даже не смотрел. Думаю, ну блин, смысл не смотреть на Трайка, какой он левел. Смотрю, 15-й. Блин, ну это просто, короче, это... Вот бывает такой момент, когда не прет. Вот конкретно, совсем не прет. Это все плохо, ничего не получается. У меня такие стримы нередко бывают. А тут, прям знаете, Трайк 15-го левела. Гилка-самка. По-моему, надо томить. Ловить момент и томить. Посмотрел, сколько будет томиться. Томиться примерно будет минут 45. Это не сильно долго, если уж на то пошло. Вот, томить, понятное дело, буду мажаберками. Вот, поэтому... Поэтому что? Сейчас смотрю. С лука 8 надо. С арбалета 5. Арбалеты уже могут состряпать себе. Так что я думаю, лучше состряпаю себе сейчас арбалет. Если фон у меня уже не сделан. Потому что я не помню. Вот. И... Буду оглушать. Буду оглушать. Да. Ну что, вы готовы к приключениям и безумию? А, самое главное, к беготне от Трайка. Я нет. Да уж, я не очень-то готов, если честно. Но вариантов все равно нету. Погнали. Как видите, состряпал арбалет, есть 12 стрел. На него, на 30-й левел, нужно с арбалета запустить всего лишь 5 стрел. На этого Трайка до 15-го левела я веду расчет примерно на 4 стрелы. Также томиться будет час, и нужно 125 мажаберки, у меня 214 и 12 наркоты. Вот такие вот дела. 15 левел. Ровненько. Интересно. Хорошая скала. О, твою мать! Плохая скала! Секунду. Ой-ой-ой, воду прям. Да что такое? Да спи ты уже. Я понимаю, я стреляю в голову, но все равно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасите, помогите. Да что, сколько надо запустить-то, зараза ты, душ. Туша! Ага, убегаешь. Стоять! Что-то явно пошло не так. Ух, последняя стрела была. А, черт побери, ненавижу Трайков за то, что им вроде в голову стреляешь, а толку никакого. Повезло. Пока нам там или Трайком, немножечко собираю траву. Волокно, это, конечно, такое себе. Наркобарики, да. Собственно, экономлю наркотик. А по факту я пытаюсь собрать все-таки авось, морковка соберется. Пока что ничего не получается. Вообще ничего. Ну, все равно как бы время, надо как-то время убивать, поэтому такие вот дела. Кстати, забыл сказать, я еще один плот построил, да, чтобы добраться было отсюда, то есть без лишних хлопот, да и в целом он нужен, все-таки я буду уже строить новый плот, строить, по ходу дела, я уже буду его в следующей серии, потому что дофига времени прошло, проболтал полсерии протомил динозавров и все. Ну, вы сами всегда говорите, там и динозавров, там и динозавров, то что сразу двоих, вот, ну и так немножечко того, этого. Рассказал. Вот. Ну а следующая серия будет уже обязательно. Я надеюсь, что обязательно про создание плота. Это будет вполне интересно. По крайней мере, я хочу всю серию посетить. Светить этому делу. И попробовать что-то интересное состряпать. Ну что, 15 минут реального времени и почти 40% томления. Вполне неплохо. Я думаю, минут за 40 протомится. Надеюсь. Кстати, пока я рублю здесь деревья и так далее, мне пришла в голову мысль томить
качать навык изготовления или же нет. Если в кто играет, а в целом, неважно, где вы играете, напишите в комментариях, то есть, сколько у вас навык изготовления и какой процент вы создаете, допустим, вот обычный предмет, да, но насколько он улучшается, не улучшается, то есть вообще от этого толк. То есть, по-простому говоря, хочу проверить статистику. То есть, допустим, у меня там 500, да, улучшается там на 3%, да, типа, вместо 100 создается там 103, и все в таком духе. То есть, если мне сложно, если вы помните, и если вы, конечно же, качали этот скилл, то напишите в комментариях, что да, когда, где, потому что мне очень интересно, есть ли толк от этого скилла. Ну и можете написать, да, я этот скилл не качал, нафиг нужно, это говно. Вот, тоже можете написать, как бы не возбраняется в этом плане, потому что я пока что тоже не качал этот скилл, нафиг нужно, это говно. Вот, ну а так вот сейчас пока что бегаю. Немножечко лутаю дерево. Скучно. Уйди ты отсюда, будешь мне тут. Блин, и тебя бы притомить не помешало, но... Ой, я уже трайк томлю. Ну да, 20 минут реального времени и вот на почти 50%. Как я и говорил, 40 минуток. Ну даже может, наверное, 42. Хотя я точно не засекал, когда я начал, поэтому время-то все равно примерное. 40-45 минут, 15 левел томится на 1x рейтах. Это только мажаверками. Да. Не, конечно, было бы корм из карна яйца, это было бы, конечно, лучше, но его нету. Такие вот делюхи. Меня сильно заметно? Я надеюсь, что нет. Потому что... чем ближе, так сказать, к томлению, к концу томления, тем очковее становится. И еще по воле судьбы лучше спавниться прямо здесь. Я вот только что залутал, и, кстати, там был чертеж на седло для кенгуру. Не уж не очень местечко, я вам так скажу. И кстати, да, из-за чего еще дилку-то томить-то решил? Собственно, я не помню, говорил, не говорил. Яйца дилофазавра используются в корме для Дидикуруса, для Анкилки и Пачи. Ну, Пачи, не знаю, буду томить, не буду, а вот Анкилки и Додики-то точно нужны. Такие вот дела. Так что это я не просто так самку дилофазавра томил. Как оказывается, еще выяснилось, она можно использовать ее как турель. Да уж. Не знал. Ночь и тишина, и дождь сильно идет. Да. А мне осталось чуть-чуть. 0,6%. Одна кормежка. Плюс 5 левелов. Будет 20 левел. Оу, е. Все просто здорово. Конечно же, я сразу же состряпал седло. Как же без этого? И... Жопс! Оу, да! Жопс! Хе-хе-хей! Пошла жара. Вот это пошли. Пошли сборы. Да. Я очень надеюсь, что этот трайк мне принесет, конечно же, семена морковчи. Да. Принесет трайк. Это мужик. Потому что, как видите, шанс выбить семена очень большой, сравнительно, нежели достать руками. Посчитай, с каждого куста я какие-то семена достаю. Так что, о, семена наркобериков, конечно, я их уже достал, еще одни, но все равно здорово. Здорово, прикиньте, это так здорово, это реально просто, я сейчас, во, сотку уже добыл. Просто, вот, наркобериков сколько добыл, вообще просто отлично. Да, конечно, трек это здорово, и вы скажете, да чё ты раньше не притомил, да, собственно, вы и говорили мне уже в комментариях, притоми. Но где я его буду хранить? А тут, во-первых, я уже знаю, что я буду строить дальше. Во-вторых, был маленький трек, почему бы и не притомить? Ну а в-третьих, у меня появилось время это все сделать. Вот такие вот дела. Так что на данном этапе я очень сильно даже доволен тем, что я делаю.
У меня, как видите, хорошо так все добывается. Семечки, семечки, семечки добываются, но как таковое. Как же благородные агрокультуры. Семена благородных агрокультур пока что еще не добыты, кроме лимона. Опять лимон добыл. Только сказал, что еще ничего не добыто, а уже лимон добыл. Здорово. Ну, лимончик, конечно, это хорошо, но мне бы не помешали морковочка. Вот такие вот дела. Не, ну, в целом, что я могу сказать? Сейчас попрет. Что нужно сделать? Ну, на данный момент сейчас мне нужно добыть как можно больше ресурсов и, конечно же, построить уже тот самый плот, который я, какой я хочу построить. Вот такие вот дела. А это, я бы не сказал, что так сильно уж тяжело. Кстати, трейдер еще и дерево добывает вполне неплохо. Конечно, по большей части солома, но все же. Выносливость. Выносливость очень не хватает выносливости. Да. И вес уже забился. И наркобериков я добыл дофига. И оглушение заработал, потому что я уставшим бью. О, семена картофеля. Ну, я их и так как бы уже сам добыл. Но сам факт того, что добывается семена в таком большом количестве и быстро, это уже что-то да показывает. Так, давай теперь выносливость качнем. Ну, 20-ка вполне неплохо. Фу, ну, что я могу сказать? Да, вот такая концовочка в темноте. Но трайк это очень даже здорово. Теперь все, все дела пойдут в гору. Самое главное, чтобы я успел сделать то, что я хочу, до того, как меня зарейдят. Конечно, меня все равно зарейдят, но я хочу, чтобы это было намного позже, нежели я сделаю все, что я захочу. Вот такие вот дела. А сейчас вперед, как говорится, на плот и творить дела. Устал, бедняга. Бедолага устал. Ну а я на этом уже с вами точно буду прощаться на сегодня. Я считаю, что вполне неплохая продуктивная серия получилась. Рассказал, что целых два дня мой плод стоял на месте, его даже на него никто не покушался. А, во-вторых, притомил двух динозавров, это уже вполне себе неплохо. И рассказал, что это когда где в целом. Ну а на сегодня уже точно все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, это все как обычно. Ну, теперь точно все. Вроде все сказал, да, все. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.